Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сижу я в поиске материалов. С материалом совсем все плохо. Это касается говносборок. Ссылок присылают очень много на интересный материал, но, к сожалению, сидов просто-напросто нет. А современные говносборки в основном все выглядят дефолтными. Поэтому, если вы нашли какую-нибудь сборочку, проверьте, есть ли там вообще сиды, прежде чем высылать мне ссылку, чтобы я просто-напросто не тратил зря время. Итак, помните, я снимал такую нарезку ролика про Терри Дэвиса. Это один товарищ, у которого были проблемы с головой. Он написал такую систему, так как Temple OS. У человека была паранойя, он был одержим, вроде бы была шизофрения. И наверняка многие из вас не слышали, что разработка закрыта, прекращена. К сожалению, нигде, ни на каком ресурсе об этом даже не было написано. Обычно такие вещи, как минимум, хотя бы на лоре всплывают, никто ничего не написал. Что произошло? Вечером 11 августа 2018 года, во время прогулки вдоль железнодорожных путей, это город или поселок, называется он Т-Делзе, Дэвиса сбил поезд. Достоверно неизвестно, была ли его гибель самоубийством или случайностью. В любом случае, очень печальная новость, так как, ну, это, наверное, один из культовых фриков IT-сообщества, операционных систем. И то, что происходило с Терри, намекало на то, что подобный исход возможен даже очень сильно. Вот скриншот на операционную систему Temple OS 4.0.5. Ссылку про предыдущий ролик про данный продукт я размещу под этим роликом. Ну что ж, Терри, мы будем тебя помнить, земля тебе пухом. А я заканчиваю данное видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Whatever, you know. But...